Всем здорова, дорогие друзья! Я всех рад приветствовать на своем канале, а также я всех рад приветствовать в новеньком видеоролике про Хайдей. И наверняка многие спросят сейчас. Вот сейчас просто будут все спрашивать, а почему же я такой веселый? Ведь вчера у тебя не удавалось заходить в Хайдей. У тебя выдавала ошибку. И вообще у многих, многих игроков, которые хотят зайти после обновы в Хайдей. У них не получается, а я тут такой зашел на своем основном телефоне и сейчас для вас готов записать данный видеоролик, друзья. Объясняю. Вот только куплю кольца, а у меня амбар переполнен, потому что я дурачок и у меня в амбаре хранится 268 колец. Но я не об этом. Э, что я хотел сказать? У меня есть небольшой лайфхак для тех, кто хочет все-таки зайти в хейдай и поиграть. У кого это не получается? Смотрите: заходите в настройки, э, заходите в приложение, потом клонируете приложение. Вот и через э, клонированное приложение нужно будет заново заполнять там электронную почту, потом будет э, код подтверждения приходить и только тогда вы зайдете на свой аккаунт. А если вы же наигрались такие все веселые, выйдете потом с нее, да, и опять хотите зайти, а у вас не получится этого сделать, потому как нужно удалять и заново аналогично все делать. Так что, друзья, я сейчас вот это все проделал, эту всю процедуру, всю операцию, и сейчас готов для вас записать новенький видеоролик. А если кто еще не заметил, если кто еще вообще, ну как бы не знаю, может быть очки кому-то нужно выписать. Ну 3000 подписчиков уже совсем скоро, а может быть даже и в данный момент, когда вы смотрите это видео. И завтра, завтра стартует розыгрыш, который будет в честь, ну, вот этой суммы такой. Всем огромное спасибо! Огромнейшая. А кто еще не подписан? Ну, 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 нажми на эту кнопочку. Ну, нажми на эту красную кнопочку, чтобы она стала серой. А также поставь лайк. Просто поставь лайк. Ведь сегодня я хочу купить наверное весь, а может быть и не весь. Ну, сейчас посмотрим. Вот Мэгги. Вот весь магазин хочу купить, что предлагает Мэгги. Ведь с обновой она пришла и привезла такие вот, как бы, ну, прикольные, я бы сказал, украшения, навесы всякие. За навесы, не знаю. вот Ну, гейская, конечно, хрень если честно. Я, конечно, это все... Ну, плохо я к этому ставлюсь, вот эти вот все радужные, вот это вот, ну, вы поняли, да. Но ладно, если это эксклюзив, и если разработчики, типа, добавили и сказали, что такого больше не будет, потому что через 17 часов 22 минуты, вот эта акция, она заканчивается, и такого мы больше нигде не найдем. И сейчас, в честь 300 каких 300, что, что, что ты вообще сейчас сказал? Что ты сейчас сказал? Да ничего, я так просто запнулся, извиняюсь. Э, вот, э, 3000 подписчиков, я вот хочу, я хочу купить вот эти все прекрасные, как бы, ну я не знаю, ну, декор можно назвать, как бы, можно и назвать декором. Ну что ж, друзья, давайте посмотрим вообще, что у меня здесь вообще впечатлило, что не очень. Ну смотрите, шарики топово, э, цвет дома 80 тысяч, ну не особо хочется тратить, именно, именно, именно. А зачем они добавляются? Друзья, я же вас предупреждал. Минимум 40 уровень. Друзья, извините меня, вот мой тех. Минимум 40 уровень, я всех принимаю. А так, извините. Так, э, я немного отвлекся. Смотрим. 80 тысяч 80 на фиолетовый. Ну ладно, сейчас мы посмотрим. Крыша неплохая, но все-таки оно все в этих радужных таких цветах. Мне не особо нравится. Но ну, если, повторюсь еще раз, если это эксклюзив. Нужно купить. Нужно купить. Ну что ж, давайте. Это мы посмотрели, потом машинка идет. День рождения, день рождения, это все понятно. Вот машинка топовая, реально. Ну, везде эти шарики, везде все ярко, все красочно. Ну, багажник. Ну, не знаю, объясните. Объясните мне, почему разработчики... Ну, наталкивают, ну, наталкивают на то, чтобы, ну, я не знаю, либо они пропагандируют, я не, я не знаю, ну, смотрите, смотрите, Смотрите. Вот. Вот, видите, да? Вот, вот это видите. Вот это они тоже недавно давали за события. Ну, как бы совпадение. Ну, не знаю. Ну, как бы, наверное, не думаю, да, все-таки. Ладно. Не будем на эту тему затрагивать, все-таки эксклюзив нужно покупать. Покупаем крышу, покупаем шарики, а красный домик, наверное, пусть остается красным. Может быть, потом куплю фиолетовый. Построить? Построить. Минус 15 алмазов и еще, по-моему, ваучеры. Так строится, строится и и построилось, Мэгги, спасибо а сейчас я хочу перейти к машинке которая вообще катает постоянно заказы так, морда, есть 3 золотых 20 этих зеленых ваучера это в принципе для меня не очень много, ну и за 5 алмазов в принципе радужные колеса можно сделать построить, построить полетели Полетели, вот она строит, за секунду построила, и у нас такая замечательная, очень радужная, веселая машинка. Так, окей, окей, и самое главное, киоск. Ну, вот этот навес, за навес, я не знаю, какой-то он, ну, не знаю, вот честно, вот, вот у меня зонтик сейчас стоит, вот сейчас видно, типа вот, ну, допустим, пойдет дождь, все защищено, а тут какая-то тряпка, ну, натянута, и все, и ничего такого нету. Дальше идет вот это облеплено деревяхами. Вот это вот вся фигня. Опять же радужная, да, за 25 тысяч. Окей, ладно, куплю. А также шарики. Шарики мне нравятся. Так что давайте строим. Э -э -э так, это из меня нельзя отменить. Продолжить. Да, продолжить. Алмазы улетают ваучеры улетают, но мне не жалко. Ну, ну, смотрите, ну не знаю, смотрится необычно, согласен, смотрится необычно и надо привыкать, надо привыкать к всему. Что ты чай пьешь? Что ты кофе хлебчишь? Я тебе заплатил, и ты уже кофеечек, смотри, смотри, что ты, недовольна? А, лишний вес, да, что ты подтягиваешь свое пузо? Что? Ну, смотрите, что она делает? Лишний вес? Так жрать надо меньше, может быть, нет? Смотрите, она работает, вообще гребет бабки, гребет алмазы. Ну, конечно, она будет такая жирная, я, в принципе, не удивлен. А, ладно, давайте что еще сделаем. В принципе, а почему все добавляются так резко? Почему 13 уровни? Друзья, ну я не знаю, ну, ну я же сказал, я же предупредил. Вот. Так что самое главное, я сделал, все потратил. И давайте откроем новый завод, который уже построился. И это угадайте, что с трех раз. А тут даже и угадывать ничего не надо. Это сахарный завод. Еще один. Нужно улучшать место. Давайте же это и сделаем. 6 алмазов. Раз. 9 алмазов. Два. Потом я улучшу, когда накоплю. Я просто не хочу за 300, хотя я все равно их Хотя ж я буду все равно пончиковарню вот эту вот улучшать. Так что давайте улучшим еще за 12 алмазов. И пока что хватит. И закинем, закинем белого сахара и коричневого. Вот. В этом, в этом будет... Я думаю, что в принципе сахара будет у меня много. И пончики будут делаться очень быстро и эффективно. Так что вот так вот, дорогие друзья, ждите розыгрыш. Это самое главное. Это самое главное, и нужно быть подписан обязательно. Но я потом еще все расскажу, все покажу, что нужно сделать для того, чтобы участвовать. Это все будет, друзья. Не переживайте. Не переживайте. Вот. Так что, а сейчас, я думаю, что на этом, наверное, стоит закончить. Вот. Поставьте лайк. Подпишитесь на мой канал. Спасибо за 3000 подписчиков. Всем удачи. И всем пока, друзья.